С начала этого года появилось несколько дорам, которые привлекли внимание зрителей и набрали высокие баллы в рейтинге. И 10 место. «Любовь во время звездопада». Рейтинг 7,1 баллов. 9 место. «Моя невероятная судьба». Рейтинг 7,2 балла. 8 место. «Тепло холодной ночи». Рейтинг 7,3 балла. 7 место. «Цена». Рейтинг 7,5 балла. 6 место. «Моисей на равнине». Рейтинг 7,7 баллов. 5 место. «Династия Мин под микроскопом». Рейтинг 7,8 балла. 4 место. «29». Рейтинг 8 баллов. 3 место. «Никогда не сдавайся». Рейтинг 8,2. 2 место. «Ураган». Рейтинг 8,5 баллов. 1 место делает сразу 2 дорамы. «Три тела». Рейтинг 8,6 баллов. И «Отправляясь в ветреное место». Рейтинг 8,6.